Что-то починить требуется. Шутку юмора. Заблудился как-то долго. Идет и кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. Шлюпает ему за руку. Чего орешь, а? У Дугласа уже полночь, там ёжиков. А он все-таки отвечает. Я того запутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал, расточил стоит. Ну, я точно заслышу от цвета шкуры. И чего теперь делать будем? А это разбойничали, так разбойничали. Другие то ли наши, то ли зону от нас. Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуем. Человека им слепнуть, что высморкаться. Не буду я говорить. А чего я как-то слышал? Учит старый сталкер новичка, как оно в зоне жить. Как что делать, как вообще вести себя, чтобы в неприятные ситуации не влипнуть. Молодой вдруг спрашивает. А представьте такое дело. Вот идем мы с вами по зоне. И тут со всех сторон монстры. Все какие есть. А у нас один патрон на двоих, у вас в стволе. Как вы тогда поступите? Сами застрелитесь, а меня на растерзание оставите? Или меня застрелите, а сами как-то выкручиваться будете? Старый сталкер, не раздумывая. Говно вопрос, тебя, конечно. За то, что накаркал. Да ты даешь. Внимание, анекдот. Слушай, устал я. Не буду я говорить. В засаде. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут ты меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как сару, как прыгнул. Дай пять, в смысле руку. Глаза замазывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа в двух шагах, узнаете чем. Само найдется. Класс! Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и другая.
Новичков нынче, что собак не лезет. И все не лучше стариков знают. Вот такое знает кто? Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер солдату. Куда чешешь? Ты че, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А че несешь-то такое тяжелое? Весь вспотел. Да блин, вспотеешь тут. Патроны эти бронебойные на склад берите. Ну ты выдал. Есть что-то на продажу? Приветствую. Хочешь знать правду о зоне?
Оружие опусти. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Ой, странно. Странно все это. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Thank you.
все. Завязывай с собой нахрен. Внимание! Выдаю шутку юмора. Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов прибегает. Ну, остальные к нему. Что случилось-то? Куда пропал? Что же это такое, интересно? Хочешь знать правду о Зоне? Представь себе, я тоже. Давай делиться информацией. Заказ вы... Что могу предложить? Как-то столкнулись в подземельях агропрома, кровосос и контролер. Кровосос. Ты меня напугал, чудовище. Контролер,
Пацаны! Пацаны! Помогите! Я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Есть что-то на продажу? Чем тебе помочь?
анекдот. Посадил сталкер псевдоредку. Выросла псевдоредка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось, если бы псевдожучки и псевдомышки не набежали. Старый сталкер сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. Греческой и римской мифологии Цербер. Чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охраняющий вход в подземное царство. Тут пес гав, сталкер всполошился, за стволом сразу полез, а кругом все тихо. Он к собаке: ты чего, дружок? А тот: гав-гав, говно ваша мифология. Извини, если не сильно помог. Thank you.
Сторожащие хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих? За неделю подошве каплык. Что-то стоящее. Так, что интересует? Так бы всегда. Молодец. Ну, удачной охоты, сталкер. Чё, крутой, да? Убери волыну! Так, балабонь быстрее, чё надо? Нету, бля, жизни в натуре, нигде нету. В городе Ментышмана, тут салабоны они. Thank you.
Служба доверия. Здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока помолчу. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке, да с книжкой толковой. Решил. Если что еще понадобится, заходи. Что могу предложить?